Приветствую всех на канале «Все про тачки». Сегодня у нас на обзоре модель Lamborghini Countach. Произведена она в Англии. Фирма это Matchbox серия Superfast. Выпущена в 1973 году. Давайте сейчас более ее детально рассмотрим. Так. Ну, на мой взгляд, так очень она хорошо сохранилась, даже раскраска, двери прорисованы неплохо. Также у нее есть подпружиненная подвеска. А на передней части мы видим цифру 8. Подъемные фары вот здесь так квадратиками выполнены. Окна притонированы. Тем не менее, сиденья видны. Сквозь эту вот такая оранжевая тонировка. Руль, рычаг КПП. А задние фонари отдельными деталями выполнены. Это, по-моему, ну-ка давайте сейчас приблизим. Неужели Lamborghini надпись? По-моему, да. Нет, Countach надпись. Тем не менее, на такой крошечной машинке присутствует. Это многого стоит. И самое важное, смотрите. Мало того, двигатель сейчас отдельно покажу. На нем еще что-то. Сейчас увеличим. Вот я не пойму, что за номер на нем. Но он однозначно есть. Сейчас свет. Вот, поймал. Что-то там изнутри пронумеровано. И посмотрите, как хорошо двигатель сохранился. Сверкает, и он, детализация у него очень хорошая. Для машинки такой маленькой. Ну, кстати, ее можно даже позиционировать так же, как игрушку. Закрываем. Что мы снизу видим? Зачем-то лаком испохабили донышко. Для ногтей, я так понимаю, предыдущий хозяин. Номер, видите, вот проставлен у нее. В задней части ничего. А, ну выхлопные трубы. Вот они, 4. А Matchbox, серия Superfast. Номер модели, видите, 27-й. Lamborghini Countach, Made in England, 1973 год, и что он произведен, модель, лестный продукт фирмой. А, уже рад, что у меня эти закончились. Вот помните, безумные какие-то фантастические модели от Matchbox, на которые были предыдущие обзоры. И сейчас уже будут интересные экземпляры, Lotus, по-моему, Pantera, что ли, будет еще. Opel, много, очень много фирмы Matchbox, моделей раритетных, винтажных, поэтому оставайтесь на канале, подписывайтесь, кому интересна эта тема, ставьте лайки, до новых встреч.